уже не знаю какой, мы где мы, как этот храм называется? Хуалампон. А? Хуалампон. Хуалампон? Короче, храм какой-то Хуалампон. Сейчас пройдемся, посмотрим. А, нет, это другой храм. Как он называется? Это Патум Варанарам. Как называется храм? Патум Варанам. Патум Варанам. Так, давай так вот начнем. Вот так прикольно, главное, выглядит, что вот стоит, да, храм, и рядом такой небоскреб. Как-то прям в городе. А это, как вот эти штуки называются вообще? Ступа, что ли, где-то? А вот это сам храм, да, или это? Да, походу, нужно опыт снимать. Снимем, значит. Ты босиком? Ну, я в носках. Носки не надо снимать, я думаю. Да, да. В принципе, как еще. Котяры тут вон отдыхают. Там вон еще кошки ходят. Ну, такая территория небольшая, застроена немножко там разными зданиями, но в храме в самом вообще очень красиво и круто. Хоть он и небольшой, но классно. Я, правда, в больших тут еще не был. Там на картинке написано, сколько бат нужно за это заплатить. Вот здесь написано все. Вот. Потом нажимаешь на кнопочку с той же суммой. Допустим, вот я сейчас буду 23 брать. Вот, дается билетик, по которому будешь. Так, 23. Билетик дается, который нужно, ну, в общем, вот туда вот ставить. Вот билетик вылазит с другой стороны, его потом нужно вернуть, когда на конечной станции, которой нужно, выходишь, его опять же вставляешь в такую же фиговину, и он там остается уже. Вот так работает метро.
да, мы, короче, приехали. Мы приехали в еще один буддийский храм. Саня не знает, как он называется. Вот. Тут так все, конечно, красиво. И там я видел какие-то в клетке то ли буйволы, то ли что-то такое. Так, надо. А, вон коровы какие-то прикольные. Прямо посреди Бангкока, возле храма, целая ферма. И бьет коровка. А, ну да, типа, это как у нас в церкви, наверное, свечку поставить. Здесь вот эту вот, какую-то священную корову покормить, да? Ну, нам так показалось. А там кто его знает. А вот статуи, это тоже на них, по-моему, вот это вот социальное золото там покупаешь, ага. И потом клеишь. Вот видно, что статуи в таких маленьких кусочках социального золота. Ну что там, Саня? Вот, ну и вот сидят тайцы, грехи замаливают, наверное. Вот. Ну здесь вот эту траву где-то, а вон траву продают, которую можно кормить этих коров, буйволов. Огромная коробка. Вот. Так, а здесь тоже что-то происходит, не знаю. Эти ребята читают вот эти вот листики и потом бросают вот в то корыто. Что-то типа, ну, как я говорю, наверное, что-то типа, как у нас свечи ставят тут. Вот, тут кормят коров и на листиках какие-то молитвы там читают и потом бросают в корыто. Так, а вот это, я так понимаю, основной храм. Вон тут много чего продают. Здесь они по-разному молятся, здесь можно, да. Вот так. То есть тут у каждого какая-то своя фишка. Много всяких отдельных каких-то, не знаю, как это назвать. Так. Храм оказался, вход платный. Вот билетик мы купили, 40 бат стоит вход. Так, тут надо снять. Честно, мне возле коров больше понравилось. Ну, собственно, это все, да? Что это? Так, собственно, из храма мы вышли, там больше и нечего. Было он такой, не такой уж и большой, принципе, конечно, красиво. Такая штука. А тут вот эти висят колокольчики, я так понимаю, по ним надо дзенькать, да? А ну сейчас. Что-то так громко они, конечно. А, ладно, не знаю, никто больше, кроме меня, в них не звенит, поэтому я, наверное, тоже не буду трогать.
Везде вот эти кусочки сусального золота наклеены. Вот еще колокольчики. В них тоже почему-то никто не звенит. Но я сейчас звякну хоть, ой, хоть в один. Что-то как-то не звонко. О, нормально. Вон еще много колоколов. Вот, в общем, и все, это весь храм был. Ничего здесь больше нет. Ну, так выглядит его территория. Не знаю, тут много всяких зданий, что за здание. Так, мы в парке в каком-то, название я не знаю, но в каком-то парке. И вот тут такая вот штучка есть интересная. А? Да, сейчас. Я не знаю, чей это, но он просто тупо тут ходит. Это местные охранные животные. Классный парк, большой. Вон тот чувак сидит, что-то ему говорит, может, это его типа домашний питомец. Нет, здесь живут всякие змеи, черепашки, крокодилы. Вон люди бегают, тут очень много бегунов по кругу бегают. Сейчас пойдем прогуляемся по этому парку, он огромный. Вон местные валяются. Тайцы любят бегать в парках. А европейцы на лавочке сидят. Вон, водичку хлебают. То я что-то в Таиланде уже пару-тройку дней, а ничего пальм не видел толком. Ну, типа такой природы на Пхукете. В основном папоротники вот такие вот растут. А на севере Таиланда в основном вот эти вот деревья обычные здесь. Тут вон какие-то деревья с табличкой какой-то, наверное, старое какое-то. Дерево. Может, здесь что-то типа мини такого ботанического сада? Это название и откуда его привезли? Из Египта. Из Египта. Вот это, да, дерево у нас получается. Прикольно. Вот тут тоже такой садочек. А вот еще одно чудо. Сейчас надо приблизить, а то его не видно. Ух, какой красавец. Я, конечно, гладить его не буду. Еще один? А, вон еще один лежит. Тут, короче, они... Тут что-то типа воробьев. Вон еще один. Распластался, тепло ему, хорошо. Мухи не кусают. Вон еще один. В общем, варанчиков тут много. Вон тоже деревья с табличками какими-то. Вот красивое, интересное дерево. А вон еще варанчик идет такой, пешком ходит тут.
прям как этот, как собака там что-то чупается. Да, вот на той стороне под музыку люди прыгают, делают зарядку просто прям в городе. Старики сидят, шахматы какие-то играют, или что-то типа того, или шашки. Красивый парк, хороший. Получается, это зарядка их. Пенсионеры любят это. Да тут и подростки, пенсионеры тут все. Очередной день в Таиланде закончен. Сейчас где-то около 10 часов вечера. Сегодня я домой пришел не поздно, это хорошо. Сейчас, может, успею еще хоть что-то сделать полезное. Завтра я хотел ехать на чем-нибудь там на поезде или байк снять и поехать в музей, в автомобильный музей. Вот, он находится где-то в 60 километрах от того места, где нахожусь сейчас я. То есть фактически, ну, Саня сказал, что это уже другой город получается. Вот, но сейчас я не знаю, завтра, наверное, я туда не поеду. Скорее всего, ну как, я, может, поеду, но, наверное, послезавтра утром и уже на велосипеде. То есть я буду, так сказать, покидать Бангкок. Я собирался ехать туда южнее, так сказать, в сторону Паттайи. Но, скорее всего, я поеду немного на север. Вот, и побуду там. Скорее всего, по пути заскочу вот в этот музей автомобильный, где-то, может, на денек там рядом с ним, где-то зависну в каком-то населенном пункте, потом поеду дальше, ну и там посмотрим. Ну, то есть, немножко такой круг сделаю, а потом уже поеду на юг. Вот, как-то так. Ну, а сегодня день был нормальный, тоже сегодня погуляли в разных местах, в парке побывали, пару храмов заскочили. Вот также я сейчас вечером в Tesco Lotus зашел, я как-то не обратил внимания, оказывается, рядом со мной есть этот огромный супермаркет Tesco Lotus, и там все очень удобно, можно покупать. Я только что купил там еды кое-какой, можно там буквально за 15-20 бат купить такой наборчик, завтрак, ну, прикольно. Вот, ну и там есть все, там такой огромный магазин, что-то типа метра вроде, но никаких там карточек не надо, ничего, ну, большой магазин, и все довольно удобно там. Вот, а сейчас я уже буду просто отдыхать, наверное. День следующий. Чуть не сбили меня. Это... Проснулся я сегодня поздно, это, скорее всего, последний уже день в Бангкоке. Я буду выдвигаться, наверное, уже дальше. Сегодня нет никаких там особых планов, ехать куда-то, такие что-то смотреть. То есть сегодня большую часть времени, наверное, я пробуду в отеле, в комнате,
поработаю. Вот. А также надо спланировать, куда завтра точно уже ехать. И, наверное, завтра с утреца пораньше постараюсь опять не дрыхнуть там до обеда. А с утреца пораньше, пока не так жарко, может встать и поехать дальше и завтра хотя бы проехать 50-60 километров. Ну, посмотрим, как это все получится. Если завтра еще будет погода такая, как сейчас, то вообще будет отлично, потому что сейчас не жарко, солнце куда-то затерялось. Ну, сейчас вообще отличная такая температура, приятная. Вот. Ну, а сейчас я вышел из своего гестхауса и иду куда-то перекусить. Скорее всего, на фудкорт какой-нибудь сгоняю. Ну, здесь рядом у меня есть, прям рядом с метро, куча торговых центров. В каком-то фудкорте перекушу. А потом, наверное, еще зайду в Tesco Lotus и возьму еды уже на сегодня, на день. Чтобы хватило, чтобы не бегать каждый раз там день покупать еду. Вот как-то так. То есть сегодня как бы особых таких планов нет. Ну, может, вечером еще куда-нибудь с Саней сходим, посмотрим. Сходил в торговый центр, перекусил там, еду я там покупаю, ну вот зашел на фудкорт, еду покупаю по картинкам, там везде такие картинки, примерно можно понять, что, допустим, там курица, рис и там еще куча каких-то слов, которые я не понимаю, я выбираю то, что выглядит там примерно мне понятно, вот, и, собственно, покупаю, там каждое блюдо под номером на этой картинке, просто говоришь номер, они дают. Вот купил вот этот рис там с курицей в кляре, что-то такое, и плюс мне еще налили какую-то жидкость с какими-то овощами непонятную в отдельную тарелочку, еще такую маленькую тарелочку, тоже там какая-то водичка, какой-то перчик, лук, я что-то так и не понял, что с этим делать. А, собственно, оно так все и осталось стоять, вот эти вот жидкости. Вот, а рис с курицей было вкусно, немножко островато, но вкусно и очень хорошо наелся. А потом зашел в Tesco Lotus, купил ножик, а то у меня уже, ну, ножа нет никакого и очень неудобно бывает. А также купил Dragon Fruit, сейчас буду пробовать, потому что никогда в жизни не ел эту штуку. А купил еще вот такие вот бананы, такие маленькие, прикольные. А, и купил вот шампунь, что прикольно, вот такая вот маленькая вот бутылочка. А у нас, когда я ходил по магазинам, искал там разные шампуни, зубную пасту, допустим, маленькую, вот если надо, ну, особенно когда в поход куда-то идешь, всегда нужно вот это вот маленькие такие упаковки. У нас этого ничего нет, у нас все здоровое. А здесь, пожалуйста, зубные пасты есть, вот такие маленькие, вот такие вот шампуни. Еще посмотрю, гель для душа, возможно, такой же найду. Вот, так что здесь в этом плане очень удобно, что есть все такое маленькое. Сейчас попробую открыть этот Dragon Fruit, попробую, что оно за чудо такое. Какая-то белая фигня, получается вот такая вот белая мякоть с семенами, которые внешне напоминают мак, что-то в этом роде. Как-то, не знаю, ничего не напоминает, ну, такая водянистая, еле, ну, немножко сладкая штука, какого-то ярко выраженного вкуса нет. Ну, я не знаю, вряд ли это, может, еще разок там куплю когда-то. Там еще есть другой с такой, с красной сердцевиной. Возможно, его еще куплю, попробую. Но этот фрукт выглядит намного круче, чем он на вкус. Неплохо, но, ну, ничего особенного. Также вот эти вот бананы интересные, такие маленькие. Я у нас как-то видел, в магазине продают тоже эти мелкие бананы, но они почему-то очень дорогие были. Вот такой вот банан,
Тут они, в принципе, по-моему, в такую же цену, как и обычные. Там их несколько видов у них. Банан как банан, вкусный, сладенький, маленький. Вот вроде бы больше другого ничего не покупал. Сейчас сяду за компьютер, поработаю сегодня, наверное. Потом составлю план на завтрашнюю поездку. Ну и, собственно, все. Ну, а вечером, может, еще куда-нибудь схожу. Или перекусить, или сами куда-то сгоняю. Пока что не знаю. Сейчас 2:30 ночи, я вернулся с очередных гулек по Бангкоку. На самом деле не особо хотелось что-то снимать. Я думаю, что утром я, скорее всего, уже там часа через 4-5 буду выезжать отсюда, поеду в сторону, наверное, севера пока что. Вот, поэтому, не знаю, хотелось просто пройтись. Мы с Саней пошли там еще на какой-то очередной рынок, там, где куча еды продают, также вещи продают ночью, такой ночной рынок, плюс еще целая аллея баров там. Вот, мы взяли так немного покушать, разные там шашлычки, всякую ерунду такую по мелочи. Посидели в баре, пиво выпили, потом еще прогулялись там еще на одну улицу, где бары. Ну, в общем, здесь их довольно много, таких кварталов и улиц. Вот, и потом шли до дома пешком несколько километров. Не знаю почему, но нам так захотелось. И, в общем, мы топали. Не знаю сколько, мы часа 2 точно, наверное, шли пешком. Мы прогулялись ночью по Бангкоку. Сейчас, как я и сказал, где-то 1:30 ночи, наверное. Вот. Ну, в общем, я буду потихоньку собираться и утром выезжать, наверное, в первую свою такую велопоездку уже по Таиланду. Завтра, ну, рассчитываю утром пропедалить где-то, ну, 60 км как минимум, а там, наверное, может, придется и больше проехать, посмотрим. Вот как-то так.